Ивановский монастырь за свою историю пережил много. Неоднократные шведские разорения, и в последний раз монашеская молитва на целых 49 лет прекратилась здесь, когда монахи ушли вглубь Финляндии, эвакуируясь от советской военной угрозы во время так называемой «Зимней войны» зимой 1940 года. Почти через полвека 6 новых иноков вернулись на остров для того, чтобы возрождать иноческую жизнь здесь. На сегодня восстановлены практически все разрушенные храмы и скиты, и даже построены некоторые новые. Современные технологии, интернет во многом помогают сегодня восстанавливать монастырь. Валаамский монастырь активно принимает участие в интернет-жизни. У нас есть свой сайт монастыря, где мы публикуем новости о жизни обители. У нас есть свои социальные страницы в социальных сетях. Самая популярная наша публикация – это песнопение «Мария Дева Чистая» в исполнении хора братьев Валаамского монастыря. Эта запись набрала более 2 миллионов просмотров. 1182 комментария, 30 тысяч лайков. В Валаамском монастыре идут работы по созданию бесплатного приложения, виртуального тура по монастырю. Человек, находясь в любой точке мира, нашей планеты, сможет скачать приложение и посетить виртуально остров Валаам. Посетить центральную усадьбу монастыря, посетить скиты, часовни, зайти внутрь, почитать историю о монастыре. То есть мы надеемся, что это приложение будет в помощь всем паломникам и туристам, которые посещают дивный остров Валаам. Благодаря интернету и нашему официальному сайту мы имеем возможность собирать пожертвования на Валаамский монастырь, на восстановление из центральной усадьбы монастыря, на восстановление зимней гостиницы, на восстановление скитов. И мы рады каждой внесенной лепте любого человека, потому что вместе мы совершаем общее дело. Ежегодно Валаамский монастырь посещает более 130 тысяч паломников и туристов. Разумеется, большинство из них узнали об обители из интернета. Но самое главное, те, кто хотят разделить свои труды с братьей, помочь в восстановлении обители, наши трудники и волонтеры. В интернете на нашем сайте заполняют соответствующие анкеты и заявки, отправляют их нам. Мое знакомство с Валаамом началось с валаамского хора. Аллилуйя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аллилуйя, аллилуйя. Я подала заявку, заполнила анкету. И вот сегодня я здесь. Мое послушание заключается в продаже монастырского хлеба. О нашей ферме достаточно много пишут в интернете, в социальных сетях. Люди приезжают, любят фотографироваться здесь. Поэтому информации достаточно. Когда нам не хватает трудников на нашей ферме, мы иногда размещаем объявления в социальных сетях, и к нам приезжают сюда потрудиться. Это реальная помощь. Не секрет, что даже некоторые монахи узнали о монастыре из интернета. Также заполнили анкеты и приехали сюда потрудиться, как обычные волонтеры или трудники. И кто-то из них сегодня даже сподоблен уже иноческого или монашеского пострига. Мы должны присутствовать в интернете, что мы должны вести эту деятельность, потому что это наша проповедь. Смог бы Валаамский монастырь привлекать столько паломников, туристов и пожертвований без интернета?